Ты нажимаешь? Вот у нас есть, вот у нас есть третье число. По вашему отчету движения денег общая сумма 77-106 и $900 это около 101 с чем-то. В ЭТЛМС для того, чтобы сверить деньги оплаты, мы выбираем отчеты. Это мы делаем в конце дня, закрывая кассу. С операции называется «закрыть кассу». Выбираем дату сегодняшнюю, тип оплаты наличные, так как у вас и карта, и наличные, это наличные, и обновить. Вот у нас по отчету оплат сумма должна быть 128-808. Не сходится у нас. Не сходится у нас. Мы проверили каждую оплату и определили, что 28-800 этой суммы нет в сегодняшнем приходе. Выявили причину. Причина следующая. Она была в предыдущем дне на вашу карту. Если бы вчера закрыли кассу, то обнаружили бы, что этой суммы нет, и перенесли бы ее на следующий день, как по программе. Поэтому закрытие кассы осуществляется в том случае только, если сумма сходится, как вот она в ЭТЛМС в отчете по оплатам, так она должна сойтись и здесь. Дальше, следующую сверху мы делаем непосредственно по заездам, да?